Приветствуем вас на канале Астрора. Сегодня поговорим о том, как с помощью соли вы можете уберечься от любой беды. Вы знаете, соли издавна приписывали множество магических свойств. Ее использовали для проведения волшебных обрядов. Также с помощью соли вы можете защититься от беды. Какие же ритуалы нужно сделать, чтобы в вашем доме поселилась удача, и что делать, чтобы в семье был лад и мир? Как же соль помогает привлечь удачу? Традиционные хлеб с солью всегда подают долгожданным и почетным гостям, чтобы их визит принес удачу и взаимопонимание. А чтобы избавить дом от беды, в каждый угол насыпьте по щепотке соли и прочитайте любую молитву, которую вспомните в тот момент. А вот чтобы в доме воцарился порядок и мир, наши предки бросали под каждую кровать щепоточку соли. А для очищения дома от негативной энергии полы обязательно мыли водой с солью, а особенно тщательно вымывали углы, места под кроватью и шкафами. Если в доме больной, ему давали выпить соль с водой, и тогда дело быстрее шло на поправку. Чтобы защитить ребенка от злого глаза, новорожденными посыпали солью темечко или клали соль под подушку. А если в воду для купания бросить несколько крупиц соли, то знайте, что дети будут расти здоровыми и добрыми. А вот если ваш дом посетил враг, ваш какой-то недоброжелатель, то после его ухода все следы обязательно нужно посыпать солью, чтобы он унес с собой любые злые мысли. Теперь вы, друзья, знаете, как вы можете использовать соль себе во благо. С вами, как всегда, был канал Астрора. Друзья, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Мы с вами услышимся уже в следующем видео.